Коробка казаков Анапского районного казачьего общества и две коробки юных казачат во главе с атаманом Валерием Плотниковым отчеканили шаг в парадных колоннах по главной площади столицы Кубани. Всего в параде приняли участие около 6 тысяч казаков и 4 тысяч учеников казачьих классов, кадетов, участников Союза казачьей молодежи Кубани. Честь пройти в рядах казаков выпала воспитанникам казачьих классов 12-й школы станицы Анапской и 6-му классу 18-й казачьей школы села Юровка. За свою историю казачество пережило разные времена, от триумфа до забвения. А сегодня вы снова стоите на главной площади Кубани. Храните и защищайте нашу Кубань. Слава России! Слава Кубани! Слава кубанскому казачьему войску! Казачество всегда было, есть и будет опорой и поддержкой государства. У нас единая цель и единое понимание того, каким путем необходимо следовать во имя процветания нашего российского народа. И никто нас не собьет с намеченного пути. После торжественного парада казаки почетного караула отправились на возложение гирлянды памяти к вечному огню на площадь памяти героев. А юные анапчане посетили Краснодарский государственный историко-археологический музей-заповедник имени Фелицина.